Гигантские фонари с персонажами из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Такие инсталляции появились в зоопарке бельгийского города Антверпен. Гостей встречают 6-метровая Алиса, чеширский кот и белый кролик. А еще можно набрести на безумного шляпника, который сидит за 6-метровым столом. Думаю, «Алиса в стране чудес» очень хорошая история. Очень рад, что пришел сюда и все это увидел. Думаю, фигуры сделали очень хорошо. 200 фигур подсвечивает более 18 тысяч огней. Тут всегда приятно, весело, уютная атмосфера. И, конечно, выставка поднимает настроение, особенно в это депрессивное время. Конструкции сделаны из стали и обтянуты тканью. Это значимое событие, особенно сейчас, когда из-за коронавируса все начинает закрываться. Я действительно думаю, что это яркое пятно. Подобные светящиеся инсталляции здесь устанавливают каждый год, но тема всегда разная.